Сегодня у нас уникальная возможность окунуться в мир искусства с музыковедом, специалистом по истории Германии XIX века, победителем 12-го конкурса профессионального мастерства «Ревизор» в номинации «Редактор года», главным редактором издательства «Молодая гвардия» Марией Кирилловной Залесской, автором книг серии «Жизнь замечательных людей», среди которых Ференц Лист Вагнер. Биография Рихарда Вагнера настолько пришлась по душе как читателям, так и музыковедам и историкам, что в Германии книгу признали лучшей иностранной биографией композитора. Готовьтесь к увлекательному погружению в гармонию слов, звуков и смыслов с Марией Кирилловной. Ну, вообще-то, если брать сразу быка за рога и обращаться к творчеству, а здесь даже, скажем, к философии Рихарда Вагнера, то он как раз подразумевал, что классическая музыка будет достоянием элиты. Но что значит элиты? Образованной, подготовленной публики. Публика, которая не просто так идет в театр, чтобы провести время, а чтобы возвыситься над самим собой, чтобы что-то для себя открыть новое, чтобы понять какие-то скрытые до сих пор смыслы, чтобы понять свою душу, в конце концов. Недаром он ратовал за направление в искусстве, которое можно назвать религией искусства. Считал, что искусство в целом должно быть сродни мессы. Оно должно вести человека к спасению, вести человека к Богу. А это вот так вот просто не достигается. Это нужно труд приложить усилия. И поэтому, если мы говорим в вагнеровском смысле слова «элита», то это духовная элита. Это та публика, которая себя уже подготовила к восприятию высокого искусства, высокой музыки. Ну, я думаю, что это будет актуально во все времена. То есть можно, получается, провести некую параллель, как христианин не может считаться по-настоящему верующим, если ему кто-то рассказал, и он сразу поверил, при этом, ну, не изучая, глубоко не погружаясь ни в таинство, не пытаясь понять. То есть получается, что вера без дел мертва, да, совершенно верно. И искусство нужно не просто так созерцать, а прилагать духовные усилия к тому, чтобы понять, что хотел сказать автор, чтобы себя как-то воспитательную функцию искусство должно нести. А Вагнер был максималистом в этом плане. Но не только Вагнер, те, кто шли за ним и вместе с ним, они считали, что искусство не имеет права быть чисто развлекательным. В музыке много имеет значение. И сам музыкант, его харизма, образ, манера поведения, держаться, обстановка, в конце концов. Пианист-романтик, Ференц Лист, он же был непревзойденный мастер создавать образ, медленно снимающий перчатки, эффектно разрывающих по швам перед публикой. Это, наверное, был, если можно так сказать, первый суперстар в истории искусства, первый кумир широкой публики. И парадокс заключается в том, что он-то как раз для себя вот такой ажиотаж вокруг своего имени особо не допускал и даже к этому не стремился. Но в 1841 году, в расцвете его концертной деятельности, он взял себе в помощники, в секретари человека по имени Гаэтано Беллони. И вот Гаэтано Беллони можно смело назвать первым импресарио в истории музыкального искусства и первым, если можно так сказать современным языком, раскрутчиком, первым продюсером, который выявил закономерности, как сделать звезду. Перед тем, как Лист приезжал на гастроли в какой-то город, за несколько дней до этого Беллони распространял слухи среди
публике, что вот в соседнем городе концерт Листа произвел фурор, что дамы падали в обморок, что дамы, и не только дамы, но и вообще вся публика дралась из-за разорванных перчаток, из-за недопитого кофе, из-за недокуренной сигары. И вот такие слухи, это было, естественно, что-то новое, ни разу не опробованное. Интерес искусственно сделанный, он такой ажиотаж, фан-клуб, можно сказать, вокруг Листа создавал. Другое дело, что Лист в этом не нуждался. Другое дело, что его гений и так был бы способен достучаться до сердец. Но вот, тем не менее, именно на Листе опробован был вот этот вот рецепт, как сделать звезду. Листу удалось создать новый фортепианный стиль. Когда он играл, создавалось ощущение, будто бы звучит целый оркестр. Ну, во-первых, он первым стал вот так воспринимать свой инструмент. В свое время он слушал Паганини. Он понял, что один инструмент в руках мастера может, если не заменить собой оркестр, то уж приблизиться к такому многокрасочному, многоплановому звучанию способен. Если уж скрипка способна, то фортепиано тем более. Он воспринимал свой инструмент как оркестр и искал все новые и новые формы, методы владения инструментом, чтобы вот всю его палитру, всю мощь показать перед публикой. Ему это блестяще удалось, но здесь еще и природа помогла, строение кисти Листа, и ее размеры способствовали тому, что все задуманное им было осуществлено. Технические возможности Листа не имели границ. Он долбил по клавишам так, что рвались струны и ломались молоточки. У пианистки, в чьем исполнении мы услышали и еще услышим некоторые музыкальные отрывки, при подготовке одного из произведений Листа на конкурс из пальцев пошла кровь. Это ли неприемственность поколений? После Листа вообще уже нельзя играть так, как играли прежде. Безусловно, вся фортепианная техника, вся фортепианная школа после Листа стала совершенно другой. Ференц, Франц, а как точнее? Вы знаете, я, когда только начала заниматься исследованием жизни, в данном случае не музыки, а жизни, Листа склонялась к форме Франц. Потому что он очень часто так подписывал свою корреспонденцию. В конце концов, именно так написано на его могильной плите. Франц Лист. Думаю, что нельзя быть больше венгром, чем сам Лист. Тем не менее, постепенно я все-таки пересмотрела свою точку зрения. Лист, несмотря на то, что он иногда позиционировал себя, как мы сейчас любим говорить, гражданином мира, все равно он не забывал о своих корнях и всегда их подчеркивал. Более того, очень много свидетельств от самого Листа, где он и своих детей считал, что раз это мои дети, они тоже венгры, так же, как и я. Не меньшее количество корреспонденций подписано им Фернс Лист, это подтверждают архивные материалы. Часто он просто подписывал F Лист, может быть, чтобы как раз снимать для себя эту проблему. Конечно, большую часть своей жизни он жил за пределами родной Венгрии. Конечно, он слышал в свой адрес и Франсуа Лист, когда он жил во Франции. И, конечно, чаще всего Франц, поскольку Франц — это самая такая
интернациональная форма. На самом деле, если уж говорить строго, как по святцам, как его крестили, он Франциск. И вот все эти формы, о которых мы сейчас говорили, это, в общем-то, производные от имени Франциск. Но, опять же, повторю, Лист всегда помнил о своих корнях и всегда их подчеркивал. Раз он всегда говорил, что я венгр, значит, Ференц. Так вот, на одном и том же концерте он превращался из виртуоза в композитора-импровизатора. А что за истории, когда он просил публику дать любую тему для импровизации и тотчас же исполнял блестящие музыкальные вариации? Потому что мы все помним гениальное произведение Пушкина «Импровизатор», где вот он как раз очень точно и вдохновенно показывает вот это искусство импровизации, когда человек в одно мгновение переживает творческий подъем, вдохновение, которое иной раз у некоторых мастеров даже мог не приходить днями, месяцами, уж не буду говорить годами. И Лист имел такую счастливую возможность быть действительно непревзойденным импровизатором. Ну, конечно, его знания и владение инструментом были высочайшие, это способствовало импровизационному искусству. Но и, конечно, его образный мир, его внутренний мир также был неисчерпаем. Поэтому вот он оттуда всегда это все находил, все эти образы доставал, можно сказать, как фокусник из шляпы. И получалось так, что это действительно были, наверное, гениальные произведения, которые, к сожалению, не дошли до нас, потому что были сиюминутны, но не менее прекрасны. Поэтому вот он оттуда всегда это все находил, все эти образы доставал, можно сказать, как фокусник из шляпы. И получалось так, что это действительно были, наверное, гениальные произведения, которые, к сожалению, не дошли до нас, потому что были сиюминутны, но не менее прекрасны. А расскажите, пожалуйста, о создании Листа музыки будущего. Звучит современно? Более чем. Лист действительно шагнул в 20 век, будем говорить, хотя сейчас уже можно говорить в 21-й, дальше, чем его современники во многом. Беда не Листа, а, наверное, нас с вами, что из его творчества знают несколько таких шлягеров, которые очень часто исполняются, и не углубляются в изучение так называемого позднего Листа, его позднего творчества. А это целиком и полностью, если уж так уж разбирать по даже гармоническому языку и по образному строю, это 20 век, безусловно. Это новые гармонии, это поиски новых форм, которые даже вот в этом как раз беда Листа, не были восприняты его современниками. Он слишком далеко шагнул в будущее. И по-настоящему действительно оценить его композиторское величие, его композиторский гений досталось нам с вами. И во многом творчество Листа еще не освоено с этой точки зрения. Потому что есть настоящие шедевры, которые очень редко, к сожалению, исполняются. Вообще, если посмотреть на каталог, каталог произведений Листа – это вообще вещь достаточно сложная и спорная. Он не признавал опусов и очень часто переделывал сам свои произведения по нескольку раз. И между, скажем, первой и второй редакцией могло пройти несколько лет. Thank you.
стремился и другой беспокойный композитор – Рихард Вагнер. Но каким бы великим ни был человек, без постеров нигде не обойтись. Можно ли сказать, что по качеству и по количеству донаторов Рихард Вагнер был практически чемпионом в то время? Нет, я бы так не сказала. Вообще, любое искусство, и, кстати, наше время тоже не исключение в этом смысле, оно всегда легче развивается, когда кто-то в него вкладывает материальные средства. Рихард Вагнер имел смелость или наглость, как хотите назовите, об этом заявить в открытую, хотя вот сейчас вот мы это понимаем теоретически, он говорил: «Да, я пишу великие произведения, но пока я их пишу, а, скажем, «Кольцо Нибелунга» он писал 26 лет, эти 26 лет нужно что-то есть, пить, во что-то одеваться, где-то жить, вообще как-то существовать. Поэтому заработная плата очень была бы не лишней». Он искал спонсоров, безусловно, он не мог без них существовать. Он их находил, но находил с трудом, всегда испытывал, только вот в последние годы жизни он более или менее обрел, что называется, материальный покой. А так на протяжении всей жизни он испытывал очень большую нужду в средствах. Поэтому сказать, что он чемпион среди донаторов, другой разговор, что уже в его время существовали так называемые патронатные общества, как бы мы сказали, краудфандинг или что-то, то есть, которые могли собирать средства для осуществления каких-то проектов. Тогда это уже было вполне в ходу. И так называемые Вагнер-Ферейны, они действительно существовали, они действительно какие-то средства, скажем, на продолжение тех же самых байройтских фестивалей, на строительство Вагнеровского театра собирались средства, но они были далеко не достаточными. Великого немецкого композитора всю жизнь сопровождала бедность, а вместе с ней расточительность. Как эти два взаимоисключающих качества могли уживаться? Дело в том, что Вагнер был сверходарен как творец и устремлен к высшим идеалам искусства. Ну и, наверное, если проводить какую-то такую мистическую параллель, должно быть что-то, что его не так уж отрывало от земли, а наоборот приземляло. И вот в этом смысле как раз, наверное, вот его привычки в обычной бытовой жизни, они имели вот такую вот цель все-таки держать его здесь, на земле, и не отпускать куда-то в высшие сферы. Он действительно очень любил, ну, будем так говорить, роскошь. Он любил хорошее белье, он любил хорошо питаться. Он любил парфюм для ванны, например, очень разнообразные, очень, так сказать, из Франции ему привозили по специальным заказам. Ну, любил он вот такие вот приятные мелочи. Но кто из нас их не любит? Не будем ставить гению в вину его маленькие слабости. Но они стоили денег. Он считал, что он достаточно высокую цену платит за создание своих произведений, чтобы не потакать своим слабостям. Он им потакал. Деньги кончались, считать он их не умел. Поэтому так вот происходило. Многие культовые произведения увидели свет как итог душераздирающих страданий, сильных переживаний. У Вагнера вся жизнь — это энергия, это движение. Возможно, именно поэтому Шарль Бодлер и говорил, что во всех его произведениях кипит энергия страсти. Шарль Бодлер был абсолютно прав. Он, кстати, очень любил музыку Вагнера, в отличие от многих французов. Во Франции музыка Вагнера в свое время не приживалась. И сейчас затронем это. Да-да-да. Самые тяжелые провалы он как раз переживал именно в Париже. Безусловно, его стихия – это чувство. Это чувство, это переживание, это страсть, это любовь. Любовь с большой буквы. Вот если говорить о том, что такое творчество Вагнера, вот творчество Вагнера – это воспевание любви, любви жертвенной, любви божественной,
любви, которая приносит себя в жертву во имя того, что делает человека человеком и приближает человека к Богу. Вот если посмотреть с этой точки зрения на творчество Вагнера, начиная с «Летучего голландца», хотя и раньше это у него тоже присутствует, только не так явно. С «Летучего голландца» это просто уже, что называется, красной нитью. Вот от «Летучего голландца» до «Парсифаля» это вот такая вот линия вверх, непрерывная линия вверх от любви к одному человеку, голландцу, в жертву которому приносит себя Сента, до любви Христа к человечеству, что проповедуется в мистерии «Парсифаль». То есть это вот такое восхождение вышние в горние сферы и именно на крыльях любви. Любовь — это самое главное в творчестве Вагнера. Собственно говоря, мне всегда очень больно и обидно, когда его считают каким-то предтечей нацистского режима, ну, чего там только не пишется по этому поводу. Те, кто пишет об этом, просто не удосуживаются, не утруждаются тем, чтобы проанализировать, прочувствовать произведение Вагнера. Это явно совершенно пишут люди, которых не знают. Или просто не понимают. Потому что любовь и нацистский режим – две вещи прямо противоположные. Более того, есть свидетельства, скажем, Альфреда Розенберга, который пишет в политическом дневнике, что музыку Вагнера вообще-то хотелось бы запретить, настолько она противоречит нашим, ну, розенберговским идеалам. Я думаю, что после этого просто надо поставить точку в этом вопросе и слушать Вагнера и учиться любви. Один из моих любимых поэтов — Поль Верлен. И для меня было открытием, узнав, что его девиз «Музыка прежде всего» возник под влиянием Вагнера. Хуа, le seul vrai roi de ce siècle, c'est Lucifer, qui voulut mourir vengeant votre raison des choses de la politique et du délire, de cette science intruse dans la maison, de cette science assassin de la raison, et du chant et de l'art et de toute la lyre. Et simplement, plein d'orgueil en floraison, tu as tes mourants, salut roi, bravo sire. Où fut un poète, un soldat, le seul roi de ce siècle où les rois se font si peu de choses, le martyr de la raison selon la foi. Salut à votre très unique apothéose, et que votre âme et son fier cortège auraient fait sur un air magnifique et joyeux de Wagner. А какие из сочинений Вагнера особенно полюбились французским символистам, символистскому Парижу? И вот почему? Вы сказали, что не все их любили. Недооценивали, не понимали? Ну, скажем так, Вагнеру не повезло в первую очередь с постановками своих произведений именно в Париже. Париж тогда считался законодателем не только мод, но и жизни культуры, культурной жизни Европы. Вагнер всегда стремился к успеху в Париже и никогда его не получал. Что явилось причиной, трудно сейчас судить. Где-то субъективные какие-то влияния на публику извне, где-то действительно недопонимание, где-то, конечно, нарочитый немецкий символизм в его произведениях, хотя он всегда стремился к общечеловеческим сюжетам, именно поэтому он обращался к мифу как к главному источнику своего творчества. Но символисты, французские символисты, а потом и весь наш Серебряный век, это, безусловно, родственное явление, вот они, можно сказать, бредили Вагнером. Они, безусловно, прочувствовали его творчество, приняли его, всячески воспевали. Не секрет, что, допустим, наш Александр Блок, он просто обожал творчество Вагнера, прекрасно его знал. Иной раз он даже в своем кругу перебрасывался с друзьями, понимая друг друга, что называется, с полуслова, цитатами из «Кольца Нибелунга» и, в общем, и не только оттуда. Личную жизнь Вагнера можно сравнить с многоугольником. Если
не знает, сколько страданий и, наверное, унижений даже пережили участники всей этой истории, можно было подумать, что это некий авантюрный роман. И ведь правда же, как противоречиво. С одной стороны, незаконная связь, с другой стороны, неимоверное желание сделать это законно. Вот как нам, молодым, лучше это воспринимать, как вообще разобраться во всем этом? Вагнером, так же, как и в его творчестве, двигало только одно – чувство. Чувство настоящее, чувство – любовь. И вряд ли он когда-нибудь задумывался о том, законная связь или незаконная связь. Хотя нет, пожалуй, задумывался, потому что когда впервые он женился, безусловно, это была любовь, и, безусловно, девушка была свободна, Минна Планер, которая стала его первой женой. Это была абсолютно, скажем так, любовь земная, но ни о каких высоких идеалах не помышляла. Она помышляла и мечтала о том, что у нее будет крепкая семья, муж, который будет ее обеспечивать, и она будет предаваться радостям жизни. Не более того, все эти высокие идеалы – это было абсолютно не для нее. Она не была абсолютно тем человеком, который должен быть рядом с таким человеком, как Вагнер. И, конечно, скоро этот брак дал трещину. Тем более, что сама Минна к этому всячески подводила. Она, не скрываясь, изменяла Вагнеру направо и налево, уж если говорить, да, если называть вещи своими именами. Она несколько раз сбегала от него к любовникам, потом возвращалась, кстати, к чести Вагнера. Он всегда ее прощал, принимал обратно. И более того, даже когда они уже окончательно расстались, поняв, что не могут быть вместе, Вагнер считал своим долгом до самой смерти Мину содержать. Вторая любовь Матильда Везендонг, вот она-то как раз действительно была замужем. И они, несмотря на то, что чувство было взаимное, чувство было очень глубокое, они договорились, что они ни в коем случае не сделают больно вторым своим половинкам. Это глубокая трагическая любовь у обоих сублимировалась в искусство. Матильда была прекрасным поэтом. Ну, Вагнер, понятно, положил ее стихи на музыку. И, собственно, 5 песен на стихи Матильды Везендонг – это едва ли не еще более щемящее и трагическое произведение, высокое трагическое произведение, чем «Тристан и Изольда». Что касается его третьей любви, это Козима фон Бюлофу «Рожденная Лист», дочь Ференца Листа. Он, видимо, подспудно понял, что это навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Козима, кстати, сделала первый шаг. Она сначала полюбила Вагнера. Они почти 10 лет шли к своему семейному счастью, перенеся очень тяжелые периоды в жизни и осуждение общества, естественно. И осуждение близких, сам Ференц Лист не понял этого союза и несколько лет не общался не только с Вагнером, своим другом и единомышленником, но и собственной дочерью. Тяжелые были времена, но тем не менее они сами себе доказали, что они созданы друг для друга. И однажды Вагнер даже сказал Козиме фразу, которая явилась пророческой: «Я умру на твоих руках». Это, наверное, высшее такое признание в любви, которое может дать человек. На самом деле это так и произошло. Он действительно умер на ее руках. А она, пережив своего супруга на 47 лет, вот все эти 47 лет посвятила его памяти, сохранению его памяти, популяризации его творчества. То есть он для нее не умер, он для нее продолжал жить. А она продолжала жить для него, вот это, вернее, вот это вот самое главное. Человек талантливый, талантлив во всех областях. Похоже, Фехтвангер сказал это именно о Вагнере, который, помимо прочего, мечтал стать и неким идеологом. Однажды он заявил: «Моя дирижерская палочка еще долго будет указывать последующим поколениям верный путь». Так какой путь указывает нам дирижерская палочка Вагнера? Путь, который он обозначил всем своим творчеством, путь к тому самому высокому идеалу, к той самой жертвенной любви, которую он воспевал всем своим творчеством, к спасению человечества через высокое искусство,
что он проповедовал, и своим непосредственно музыкальным творчеством, и во многих своих литературных произведениях Вагнер, как никто из композиторов, очень много оставил литературных произведений, очень много оставил статей, рецензий, писем. До сих пор не издано окончательное академическое собрание сочинений, всех сочинений Вагнера, в том числе и литературных. Вот, наверное, вот туда, в небо, указывает его дирижерская палочка. Одним из золотых умов многоугольника жизни Вагнера был король Баварии Людвиг II. По выражению Поля Верлена, последний подлинный король столетия. Ваша книга о Людвиге признана Русским биографическим обществом лучшей книгой 2018 года. А можно сказать, что безотказный романтичный Людвиг расплатился властью и даже жизнью за творчество Вагнера? Он расплатился властью и жизнью не столько за творчество Вагнера, сколько за свои романтические идеалы, воплощением которых во многом явилось творчество Вагнера. Людвиг действительно не просто последний король столетия и последний романтик. Он, скажем так, герой не нашего времени, вернее, никакого времени. Он ни к одному времени не подходит. Он родился, естественно, не в то время, когда он должен был бы родиться. Хотя, если подумать, когда он должен был бы родиться, хотя для него идеалы это было романтическое средневековье, но именно романтическое, не то, которое было на самом деле, то, наверное, такого времени просто на Земле не существовало. Он Дон Кихот на троне. И вот эти его идеалы, Вагнер мог себе их позволить как творец. Король — нет. Это приводит к краху его самого и порой страны, которые он управляет. Вина ли в том короля, ну, как говорится, не судите, да не судимы будете. Здесь очень много есть аспектов, которые еще до сих пор требуют изучения. Очень много документов, посвященных времени Людвига II, находятся в закрытом частном архиве и недоступны исследователям. По тем документам, которые все-таки доступны, можно сделать вывод, что, с одной стороны, не так уж катастрофичны были те же самые пресловутые траты Людвига II на того же Вагнера. Здесь сделаю небольшое отступление. Вообще, когда говорят о том, что именно Вагнер явился злым гением короля, и именно Вагнер разорил казну Баварии, можно обратиться к документам, где все траты обозначены. И получается, что за 19 лет Людвиг II потратил на Вагнера чуть меньше 1/10 годового содержания баварского двора. Людвиг II не находил взаимопонимания среди, в первую очередь, своего двора. Ну, безусловно, Дон Кихот не находит понимания в кругу окружающих его людей. Король — публичная фигура, он не имеет права на личную жизнь, он не имеет права на какие-то переживания и тем более на идеалы. Он самая несвободная личность в мире. Естественно, история Дон Кихота всегда заканчивается трагически, что и здесь произошло. Телеканал «Культура» буквально недавно завершил показ цикла передач «Легендарные замки», где рассказывалось о замке Людвига Нойшванштайн. Меня не оставляло ощущение, что замок смутно мне знаком. К концу передачи выяснилось, что Нойшванштайн стал прообразом замка Уолта Диснея. И вот точно такой же замок подарила мне моя чудесная фея крестная. Поистине королевский подарок. Ну, спасибо и Людвигу за это. А удавалось ли вам посетить Нойшванштайн? Да, и неоднократно его посещала, и, если можно так сказать, вживую и во сне. Причем... А где больше понравилось, вживую или во сне? Во сне, потому что во сне я ходила по нему одна, а вживую это толпы
туристов, которые идут строго по времени, запускается определенное количество человек, очень быстро проходят по всем залам, там останавливаться нигде нельзя, вот, что называется, галопом по Европам, это вот в прямом смысле слова посещение нашего Штайна. Поэтому в течение нескольких лет я неоднократно его посещала, чтобы иметь возможность обращать внимание то на одну вещь, то на другую, и хоть как-то это все запечатлять в памяти в первую очередь. Конечно, это чудо, конечно, это удивительно, что такое воплощение вот того самого романтического Средневековья, о котором мы говорили, появилась в конце XIX века. Парит в небесах, среди скал, среди водопадов, среди двух озер, с двух сторон окружающих этот замок. Действительно, там природа потрясающая, там какой-то такой вот портал, который заставляет вообще забыть и о времени, и о границах, и вообще непонятно, где ты находишься. Конечно, так получилось, что Нойшванштайн, строительство которого дало повод признать Людвига сумасшедшим из-за огромных растрат, впоследствии не только окупился, но и прославил и эксцентричного короля, и Баварию, и даже стал приносить доход. Это вот такой парадокс истории. Строительство не только Нойшванштайна ему ставилось в вину. Людвиг действительно в этом смысле меры не знал. Он строил не только Нойшванштайн, он строил и Линдерхоф, и Хернкемзей на острове. Да, это действительно были большие траты. Да, Людвигу II не хватало средств катастрофически. Но, вот опять же, парадокс, это в какой-то степени были инвестиции в будущее. Потому что, конечно, если брать Баварию, которая в основном сейчас живет туризмом, и номером один в списке туристических объектов, это как раз замки Людвига II. Единственное, что справедливости ради надо отметить, наверное, для Людвига это был бы самый страшный кошмар, если бы он представил, что по его замкам, а он человек любящий и живший, очень замкнутый, любящий одиночество, что вот по его замкам будут сейчас бродить толпы туристов. Он не только сейчас окупил строительство этих замков, действительно приносит доход, и очень немалый в казну Баварии, но только оценить эти инвестиции способны поколения, значительно позже жившие, чем Людвиг II, его современники не оценили. И, опять же, это не их вина, они себе даже представить не могли. Современный Байронский фестиваль, получается, тоже заслуга Людвига II? Ведь некогда именно его финансовое влияние спасли Байронский театр от закрытия. Безусловно, не будь Людвига II, Вагнер мог бы не реализоваться так, как он реализовался в своем творчестве. Людвиг II – это ангел-хранитель Вагнера, во многом спасший его в прямом смысле слова. Особенно это касается 1864 года, когда Вагнер находился в такой бездне отчаяния, что даже подумывал о самоубийстве. Людвиг II протянул ему руку помощи, и эта рука была очень щедрой. Безусловно, благодаря Людвигу и был построен театр. Благодаря Людвигу Вагнер получил, наконец, свой собственный дом, о котором мечтал всю жизнь, смог дописать свои произведения. Между прочим, Вагнер в соавторы Людвига II вставил и для «Кольца Нибелунга», и для «Парсифаля». Его заслуга, безусловно. Поэтому во многом это тоже памятники Людвигу II. И Байройцкий фешпильхаус, и сам Байройцкий фестиваль, который Людвиг II посещал. Инкогнито. Один. Но посещал. Сегодня Байронскую сцену называют самой прогрессивной лабораторией Вагнеровского театра. Но это и самый закрытый театр в мире. Заявки на билеты рассматриваются в течение 10 лет. Я знаю, что вам удалось каким-то чудом туда попасть. Расскажите, почувствовали дух Вагнера или, может быть, Людвига II? Инкогнито. Ну, безусловно, в этом театре надо побывать для того, чтобы услышать Вагнера так, как он должен был звучать. Фешпильхаус обладает уникальной акустикой, которую повторить не удалось ни в одном театре мира. Это действительно, там
ощущения потрясающие, когда сидишь в этом зале, и кажется, что каждый звук проходит сквозь тебя, сквозь все твое существо. То, что это самое экспериментальное, что это самая экспериментальная сцена, тоже соглашусь. Современное, не только современное руководство Байройтским фестивалем, которое такой имеет клановый, династический характер. Все они потомки Вагнера, руководство Байройтского фестиваля. Тем не менее, они очень всегда опасались, что Байройтское предприятие, как и называлось, приобретет статус такого замшелого музейного экспоната. И вот чтобы это не произошло, на байройтской сцене на протяжении уже не одного десятка лет, можно сказать, ставятся сценические эксперименты над произведениями Вагнера. Иногда очень удачные, иногда крайне неудачные. Что является мерилом удачного или неудачного спектакля, даже если он поставлен с точки зрения самых каких-то радикальных и новаторских методов современного театра, режиссерского современного театра. Если все-таки режиссер подходит к воплощению вагнеровского произведения с точки зрения вагнеровских идей, то все получается. Какими бы радикальными методами он это не достигал. Действительно, театр обладает такой славой закрытого предприятия. Действительно, билеты достать практически невозможно. Меня приглашали как биографа Вагнера. Я с 13 года освещала Байройтский фестиваль для российской прессы, для российской публики, прошу прощения, в российской прессе. Считаю, что да, безусловно, повезло неоднократно бывать в Байройте. Это действительно удивительное место. Это вот, когда говорят «гений места», вот там это очень-очень ощущается. И заканчивается наша достославная беседа тем же вопросом, что и началась. Так почему же от большинства классическая музыка, эксперименты, скрытые за невидимой байройтской стеной? Ну, надо отдать должное руководству Байройтского фестиваля. Они сейчас стараются все-таки выйти за пределы узкой элитарной клановости. Они делают интернет-трансляции. Они делают трансляции на свежий воздух прямо непосредственно во время постановок. Билеты поступают в интернет-продажу некоторые. Это нужно просто, что называется, сидеть как в засаде. И, может быть, повезет в интернете в определенный день и час эти билеты купить. Стараются как-то преодолеть те реалии, которые сложились. Театр имеет чуть менее 2000 мест. Если быть точным, по-моему, 1996 кресел. Всего-навсего месяц идет Байройтский фестиваль. Руководство фестиваля хочет расширять аудиторию. Будем надеяться, что это будет происходить от года в год, что больше, все больше и больше. Я думаю, что искусство Вагнера того стоит.